Добрых дел много не бывает. В этом уверен волонтер со стажем Владимир Смирнов. Добровольчество появилось в его жизни еще в школьные годы. Тогда с учителями они ходили в лес, собирали пластиковые бутылки и бытовой мусор. Когда стал старше, помогал пенсионерам и ветеранам. В студенчестве Владимир занимался социальной работой с инвалидами. В 2014 году ему выпала возможность стать волонтером на Олимпийских играх в Сочи. Теперь бесценным опытом делится с подрастающим поколением на форуме Олимп-2018. Сейчас я буду им рассказывать, что такое добровольчество и волонтерство в целом, как они его это понимают. Потому что каждый из нас доброволец, каждый из нас готов помогать, каждый из нас готов реализовать себя со стороны добра. И это здорово на самом деле. Больше всего Владимиру нравится работать волонтером на крупных массовых мероприятиях. На чемпионате мира по футболу, который прошел в России этим летом, он с коллегами помогал на одном из стадионов. Уникальный шанс оказаться в центре мирового события, да еще и внести свою лепту в организацию. Я был в Москве, в Лужниках, был на функции тикетинг, это билетная программа, и предматчевые церемонии. Я выносил флаги перед матчем, держал их, рядом стояли футболисты и ревел огромный стадион. Молодой человек находит время не только для крупных событий, где не обойтись без помощи добровольцев. В качестве учителя и наставника Владимир посещает форумы, где помогает ребятам найти себя, понять, какой формат волонтерства им по душе. Самое главное – это пример. И когда ты вот видишь этот пример, ты понимаешь, что ты вот уже рядом с ним и тоже к этому тянешься. И вот за этот год близкого знакомства с ним я уже тоже так свой уровень волонтерства поднял. То есть сейчас, так же как и к Владимиру, ко мне очень часто люди обращаются за помощью. Владимир Смирнов уверен, что у любого человека найдется немного времени на пусть небольшое, но доброе дело. Если каждый начнет с себя, то, пожалуй, и наш мир станет чуточку лучше. Добровольчество – это для меня желание. Это не профессия, это именно желание. Желание помогать, желание быть нужным, желание быть в том месте, где люди нуждаются в тебе, где ты можешь применить свои способности. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново, Тейковский район.